Это ты педали назад крутишь. Обе выбери. Слушай, так вы же смотрите «Дневники новой волны 2007» на Первом Балтийском музыкальном канале. Точно. А давай мы с тобой поедем на этой же машине и посмотрим, как дела участников, как проходят их репетиции. Выспались ли они? И как у них настроение? Посмотрим, что сегодня будет интересного. Привет! Второй день репетиции начинается с глобальных перемен. Во-первых, со мной рядом нету Захара. Он где-то с какой-то звездой, уже знакомится. Я думаю, у них все хорошо. Во-вторых, глобальные перемены коснутся имиджа участников, также прически, костюмов. Ну как же так? Александр Ревзин хочет изменить полностью все, но ведь участники потратили столько сил, эмоций, денег, времени на то, чтобы привести себя в порядок и подготовиться к этому конкурсу. Ну, давайте узнаем мнение пострадавших. Он говорил то, что то, о чем я думала. Вот. Просто, может быть, по каким-то я поняла свою ошибку, я привыкла, что я все делаю на сцене. А тут нужно показывать, меня здесь видят первый раз. Неважно, что меня знают в моей стране, здесь меня видят первый раз, и, естественно, я должна показать все, на что я способна. И это, конечно, немножечко сложно сделать, потому что зал все-таки не сцена, людей нет. Ну, не та энергетика совсем отдача, да? То есть отдаешь пустоту. Вот, но очень доброжелательная обстановка, и поэтому я думаю, сейчас немножечко наверстаем, оклемаемся, если будет хорошо. Волны Александра Румянцева. Но самое трудное — это найти талантливых конкурсантов, потому что это всегда было проблемой, и в общем этот год не является исключением. Другое дело, что в этом году было много из кого выбирать, поэтому это было и приятно, и трудно одновременно, но надеюсь, что мы выбрали достойных. Здравствуйте, можно к вам на прием? Вот мы и пришли к уважаемому доктору, так скажем, доктор Айболит, который проверяет здоровье наших уважаемых конкурсантов и не дает им расслабляться и хворать. Ну, какие жалобы у вас есть, или мы просто посмотрим ваше состояние? Смотрите мое состояние здоровья в общем. Да, да, вы возьмите, тут придержите, тут, как говорится, лампочку. Так, откроем рот. Я когда-то тоже закончил музыкальную академию как оперный певец при медицинской академии. Да. И теперь вот работаю вот в национальной опере, там вот рабочая атмосфера так же, как и здесь все время. Вот кто-то перепел, кто-то не допел, кто-то да. Простудился. Все время работаете с голосами. Ну, в принципе, да. Вы не только как доктор, да, работаете, но еще и как консультант, можно сказать, по вопросам голоса и голосовых связок. Ну, так можно сказать, да. Скажите, пожалуйста, Захар, он может вести передачу? Все в порядке с ним? Захар может, да. Я разрешаю. А сегодня вечером на пляже на закате мы стали свидетелями сбора генерального штаба «Новой волны». Организаторы почему-то все время говорили об огне. К чему бы это? Я не знаю, но думаю, время все нам покажет. Очередной выпуск «Дневников новой волны» на Первом Балтийском музыкальном канале. Хорошая новость. Теперь вы можете нас не только увидеть, но и услышать на новом радио. А также читайте печатную версию «Дневников новой волны» в ежедневнике «Вести сегодня».
Заказывайте свою любимую музыку на Первом Балтийском музыкальном канале. И ни за что не приезжайте к нам в Юрмалу. Мы все вам покажем сами. И даже лучше, чем оно есть на самом деле. Отдыхайте с нами на Первом Балтийском музыкальном канале. Не переключайтесь.